я работаю в охране. Вот который год. Как работа? Что мне делать? Знаю наперед. Проходной снуют машины. То туда-сюда. Открываю я ворота для машин всегда. Открываю я ворота для машин всегда. Арендаторов тут много, их не сосчитать. И машин тем паче тоже проходной пылят. Шоферов знать возраст разный, средний, пожилой. У кого-то вид абстрактный, у кого хмельной. У кого-то вид абстрактный, у кого хмельной. Знаю несколько шоферов, с ними я знаком. Все они без разговора пашут напролом. На газель ездит Толя, он один из них. Эх, седая Толя, пожилой мужик. Эх, седая Толя, пожилой мужик. Но Толя шоферу хватки даст еще дрозда. Может он еще и бабу трахнуть, как всегда. Есть турист, его звать Леха, парень молодой. Пашет Леха знать неплохо, Леха деловой. Пашет Леха знать неплохо, Леха деловой. Даже есть с Луганского, где идут бои. Он шофер почти от бога, знает все пути. Звать другого, то живого, тот шофер чудак. Для него езда не нова, в сущности пустяк. Для него езда не нова, в сущности пустяк. Встанет проходной газуй, чтоб куда успеть. Вова только лишь рискует, чтоб в кувет залететь. Пыль столбом поднимет Вова, след его пропал. Только вдруг, а он снова мигом проскакал. Только вдруг, а он снова мигом прискакал. Верный пес, собака Вася, жизнь его как канут. Судьба Вася удалась, здесь нашел приют. Сочинил про них я песню, как и обещал. Это будет интересно, чтобы каждый знал. Сам я леший, доктор Леха, песни я пишу. Если что, кому по сердцу, милости прошу. Если что, кому по сердцу, милости прошу. Здоровья и удачи всем! Успеха! И встреча! До следующих концертов! Это я говорю вам, Алексей Леший! La 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 la